Армсан А-Челлендж. Краткий обзор особенностей данного ружья. Ствол 76 сантиметров плюс 2,5 сантиметра внешнее дульное сужение. Высокая вентилируемая прицельная планка. Штатный удлинитель магазина, который позволяет увеличить емкость подствольного трубчатого магазина на 10 патронов, что достаточно для успешного занятия практической стрельбой. Далее, увеличенная рукоятка затвора, которая со временем имеет свойство немножечко раскручиваться, так как она составная, при этом не вылетает и никуда не девается, люфт минимальный. Раскрутка устраняется путем посадки резьбы на клей или иную клеющее вещество. Предохранитель типичный турецкий маленький. Поначалу очень тугой, но при интенсивных занятиях практической стрельбой разрабатывается и использовать его достаточно удобно. При желании можно что-то придумать и увеличить, но особой необходимости в этом я не вижу. Спуск средний по длине, ближе к короткому. Очень сухой, очень понятный. Ход минимальный. Далее продемонстрирую самые навороченные особенности, которые роднит его, если можно так выразиться, с Бенелли Супернова. Это залипающий лоток. Смотрим. В таком положении при первой зарядке и далее лоток остается в таком положении, что позволяет делать более комфортную дозарядку патронов. Таким вот образом, при нажатии на кнопку сброса затворной задержки, лоток исходит в свое обычное состояние. Далее продемонстрирую работу кнопки сброса затворной задержки при открытом затворе. Любое нажатие на кнопку, что впереди, что сзади, приводит к закрытию затвора. Особенностью данного ружья является также отсутствие подачи патрона на лоток, а непосредственно подача его в патронник. Смотрим. Далее, для холостых тренировок дома у этого ружья есть неоспоримое преимущество в том, что вы можете, зарядив необходимое количество патронов, сымитировать проход какого-либо упражнения. Например, ружье у вас заряжено, вы производите серию выстрелов, имитация серии выстрелов с нажатием на спусковой крючок и дальнейшим заряжением патронов. И дальше продолжаете работать по мишеням воображаемым. На ружьях по типу Бенелли Супернова MR-153, Беретта не уверен, ну и многих аналогов, такое сделать не получится, так как при первом нажатии на спусковой крючок патрон попадает на лоток, и возможность продолжать заряжать оружие прекращается. И еще, наверное, самая интересная особенность является крайне комфортная разрядка оружия. Демонстрирую. Все, что вам нужно сделать, это лишь продавить лоток, нажимать на кнопочку, при этом удерживать патроны и высыпать их куда в коробку или, например, обратно возвращать на пояс стрелковый. В принципе, если зажать эту кнопку, то весь подствольный магазин
разрядится фактически мгновенно и устроит вам небольшой фейерверк. Но я думаю, делать этого не стоит. Это плохо и для патронов, и для ружья, возможно, для окружающих. Также из приятных особенностей данного ружья является достаточно удобная прорезиненная рукоятка, которая не скользит, имеет фактурно-текстурный рисунок, который отлично позволяет удерживать рукоять в перчатках, а также без перчаток. Достаточно удобный приклад, который также не скользит, ни за что не цепляется. Более или менее вменяемый тыльник, как для турецкого ружья, так достаточно прекрасный. Возможность удлинять приклад, вставляя проставки. Тыльник имеет специфическую форму, и проставки также повторяют его профиль. Само цевьё имеет такой же материал, как и приклад с рукояткой. Имеет похожую текстуру в нижней части, средней толщины. Для сравнения, что-то среднее между Benelli M2 и MR153 по толщине. Очень приятная на ощупь, достаточно длинная, подойдет для человека любого с высокого роста, с достаточно длинными руками, что позволит держать ружье как угодно, достаточно близко к ствольной коробке, либо же максимально далеко. В комплекте также идет стяжка, простая стяжка магазина, которая позволяет удерживать магазин, и в случае, если вы встретитесь на упражнении с каким-либо препятствием, он у вас не отломается. Ну и также в комплекте идет соединительная муфта с проставкой, которая позволяет установить удлинитель магазина. Пожалуй, наверное, это и все основные особенности данного ружья. Подробнее о нем можно будет почитать в статье.